Добрый вечер. На часах 19:00, а значит, в прямом эфире 7 канала «Новости». Меня зовут Юлия Чупрова, и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Ветерану войны выдали квартиру в ветхом состоянии. Ну так может ветеран Великой Отечественной войны, если показать бы Владимиру Владимировичу Путину? Вот смотрите, как ветеран живет. Кто несет ответственность и почему соцслужбы не могут найти достойное жилье? Дождь и резкое потепление. Синоптики прогнозируют по-настоящему весеннюю погоду. Когда красноярцам может понадобиться зонт? В Красноярске на ремонт закрывают все роддома. В каком работы начнутся уже в мае и куда теперь обращаться роженицам? Итак, в Красноярск идет потепление до плюс 13. Синоптики дали предварительный прогноз на эту рабочую неделю. Ожидается теплая и дождливая погода. Когда можно переодеваться в легкую одежду, знает Елизавета Мерзлякова. В Красноярск пришла настоящая весна. На этой неделе по ночам установится плюсовая температура. Во вторник утром еще будет прохладно, всего минус 4 градуса, но днем потеплеет до плюс 3. Небольшой дождь синоптики прогнозируют со вторника и до конца рабочей недели. Пока по ночам держатся заморозки, красноярцы пользуются моментом и выезжают фотографироваться на лед Енисея. Об автомобилистах, пересекающих реку по льду, даже написало британское издание Daily Mail. Авторы назвали красноярцев бесстрашными русскими. Зарубежные издания напугали трещины на льду. В МЧС говорят, что ежедневно следят за ситуацией, обычно переправы закрывают в середине марта. Солнечно, как сегодня, будет не каждый день. По ночам синоптики обещают осадки. В среду пасмурно, днем плюс 9, ночью столбик термометра опустится до минус 3. В четверг практически такая же погода, днем плюс 8, но пойдет дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Пора доставать солнцезащитные очки. Их обязательно нужно носить ранней весной. Сейчас лучи солнца отражаются от снега и льда и еще больше влияют на наши глаза, чем жарким летом. А в пятницу как раз будет солнечно, и такой аксессуар будет смотреться гармонично, ведь это будет самый теплый день недели. Синоптики обещают плюс 13 градусов. Если так случится, это станет температурным рекордом. Теплее было только в 1981 году. Тогда воздух прогрелся до 12 градусов. В субботу 16 марта резко похолодает. Днем температура опустится до плюс 3 градусов, а ночью будет 0. Но это естественный показатель для марта. А вот, например, в этот день в 98 году было совсем не по-весеннему. Минус 29 градусов. В выходные на дорогах будет гололедица. В воскресенье снова солнечно, но прохладно. Днем столбик термометра не поднимется выше 0, а ночью будет минус 1. А следующая неделя по предварительным прогнозам будет снежной и с температурными качелями. Елизавета Мерзлякова, Владимир Фетисов, 7 канал. Самолет из Сургута вынужденно приземлился в Красноярском аэропорту. Как сообщает Следственный комитет, в полете отказала гидросистема. Она нужна для управления механизмами и системами безопасности. Сам рейс выполняла авиакомпания «Икар». На борту было больше 300 человек вместе с экипажем. Они летели в Таиланд, но вместо Пхукета в 5:20 утра пришлось садиться в Красноярском аэропорту. Он оказался ближе всего, когда командир воздушного судна обнаружил неисправность. В итоге никто из пассажиров не пострадал. Командир самолета принял решение сесть в штатном режиме. Пассажиры приземлились, был отправлен резервный борт. В 15 часов пассажиры должны были улететь, но вот не так давно они вылетели. Еще об одном происшествии. Настоящую спецоперацию по спасению косули провели сотрудники МЧС вместе с красноярцами. Раненое животное горожане заметили утром на Николаевском мосту. На оживленной трассе косуля металась между машин и перепрыгивала ограждение. Все его пропускали, не пугали, так сказать. Животное было ранено, видно, что у него был бок разодранный и голова вся в крови. После чего также мы сообщили пост ДПС, который стоял возле съезда на Платинум-арену, что приближается животное. С моста олененок выбежал на улицу 60 лет октября. Местные жители говорят, за ним гнались несколько бродячих собак. Очевидцы отбили животное от псов камнями и палками. Косуля спряталась на территории психологического центра. Специалисты усыпили ее при помощи транквилизатора и доставили в Роев ручей. Там животное обследовали ветеринары. Оказалось, что это самец, ему около 3 лет. Специалисты объясняют, эти особи постоянно мигрируют, из-за чего могут случайно выходить в город. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.
Раны были незначительные, скорее всего, они получены в результате движения животного. Скорее всего, вызваны тем, что животное пыталось пролезть через изгороди, долго находилось на асфальте. И сейчас животное находится в специальном помещении для восстановления. Как только животное полноценно встанет и сможет адекватно реагировать на внешние раздражители, мы, скорее всего, его отпустим. Если у вас есть новости, пишите на Viber или WhatsApp 7 канала. Номер телефона 8-391-2900-333. Мы постараемся помочь. Ну а пока идем дальше. Плесень на стенах, тараканы и трещины на потолке. В квартиру с такими условиями поселили красноярского ветерана Великой Отечественной войны. Но он рад и этому. Последние 6 лет вместе с женой-инвалидом первой группы скитался по съемным квартирам. Мы сегодня побывали в гостях у ветерана. Подробности в сюжете далее. Как против пожара. Ну так может ветеран Великой Отечественной войны, если показать бы Владимир Владимирович Путин. Вот смотрите, как ветеран живет. Как же так? Война закончилась 74 года назад, но не для этого ветерана. Иван Дмитриевич уже 6 лет борется за свое законное право на жилье. Положенные квадратные метры отвоевал только после года судебных разбирательств. По всем инстанциям ходил сам, несмотря на возраст и практически полную потерю зрения. Говорит, когда впервые увидел эту квартиру, опустились руки. Нищета называется. То есть я себя называю бомж. То есть человек без определенного места жительства. В таких условиях он живет чуть меньше года. Говорит, в соцзащите обещали сделать ремонт, но денег на это пока нет. Иван Дмитриевич признается, был бы хоть на 10 лет моложе, сделал все сам. Сейчас здоровье не позволяет. По закону ветеранам Великой Отечественной войны должны выделять квартиру, во-первых, с условиями, пригодными для проживания, во-вторых, площадью не меньше 36 квадратных метров и, в-третьих, со всеми необходимыми коммуникациями. Ну, коммуникации здесь есть, условия формально тоже считаются пригодными. Что касается площади, она сразу на 6 квадратных метров меньше. Квартиру ему дали на время. Документы оформили на жену инвалида. Самому Ивану Дмитриевичу рассказали в соцзащите, жилплощадь не положена. По документам он не считается участником войны. Я считаюсь как труженик тыла. А сейчас, я когда обратился, вот сейчас мы уже они запросили к моему Подольск военный архив. Говорит, а почему он труженик тыла? Он не труженик тыла. У него завод был в действующей армии. В годы Великой Отечественной он давал продукции для нужд фронта. В администрации центрального района именно там выделяли квартиру, поясняют. В прошлом году в ней сделали капремонт, поменяли окна и сантехнику. Все остальное по закону они делать не обязаны. Что касается ремонта стен, потолков и замены радиаторов, это относится к текущему ремонту, который по действующему законодательству должен выполнять сам наниматель, то есть те, кто проживает в квартире. А с нашей стороны мы ведем переговоры с управляющей компанией, которая предварительно выразила готовность помочь с заменой радиаторов Ивану Дмитриевичу. А кроме того, в феврале Ивану Дмитриевичу была оказана материальная адресная помощь в размере 6000 рублей на проведение текущего ремонта. Понимаю, что сумма не очень большая, но это максимум того, что мы могли предоставить в рамках закона. Сейчас 91-летнего ветерана ждет новый бой с бюро. Чтобы получить законное жилье с человеческими условиями, ему нужно подтвердить свой статус участника войны. А процедура эта не быстрая. Может занять и год. Для Чупрова, Станислав Смирнов, 7 канал. Через 2 минуты о том, какая судьба ждет спортивные объекты, построенные к универсиаде. Об этом после короткой рекламы на 7 канале. Не переключайтесь. Партнер выпуска – Банк Восточный. Время. Это череда сменяющих друг друга событий. Ярких, трагичных, волнующих, судьбоносных. Как менялся Красноярск за 20 лет? Вместе с репортерами 7 канала покажем в новом проекте «Вспоминаем вместе». Мы заново переживем исторические моменты, которые изменили жизнь Красноярска. Смотрите каждую пятницу с 5 октября в новостях 7 канала. Новый транспорт, современное благоустройство и обновленные спортивные объекты. Сегодня Министерство спорта вместе с партнерами соревнований рассказали, как красноярцы смогут использовать новую инфраструктуру, которую построили к универсиаде. Какие локации, по мнению чиновников, станут местом притяжения для туристов, а какие для профессиональных спортсменов, расскажет Денис Денисов. В
Ледовые арены, снежные склоны, залы и медицинские учреждения. Всего в преддверии универсиады построили и реконструировали 34 объекта. После студенческих игр некоторые площадки поменяют свое назначение. Все это достанется в пользование красноярцам. From the moment the games are over. С момента, когда закончатся игры, вам нужно будет начать сначала. Вам нужно запустить новые события. Вам нужно попытаться найти новые проекты. И это причина, по которой мы организовываем универсиады. Это разбежка для дальнейшего продвижения города. Вы уже построили основные компоненты старта. Большую часть объектов будут использовать для массового спорта. Но такие, как кластер «Сопка», заработают в новом статусе. Как федеральные центры по спортивной подготовке. На базе других создадут спортивные школы для молодых спортсменов. Также там смогут тренироваться и проводить турниры студенты. По планам Министерства спорта края, увеличить число учащихся в спортивных школах региона на 2000 человек. Мы сегодня понимаем, что после 12 марта, на каком объекте будет проходить какая работа, какие детские спортивные школы Олимпийского резерва, какие академии по видам спорта будут находиться на том или ином объекте. И поверьте, это не только зимние виды спорта, потому что при проектировании объектов, особенно объекты, так называемые ледовые, мы строили их как многофункциональные. Уже в следующем сезоне Красноярск сможет претендовать на проведение крупных соревнований по кёрлингу, фристайлу, сноуборду и зимнему ориентированию. Так, например, генеральный партнер универсиады компания «Норникель» вложила в подготовку фан-парка «Бобровый лог» более 1 000 000 000 рублей, существенно обновив оборудование и построив новые объекты. На его базе проходили соревнования по горнолыжному спорту, и теперь там готовятся к увеличению потока посетителей. Теперь это всесезонный парк спорта и отдыха, известный за пределами края и страны. На базе спортивно-тренерского блока у нас начинает функционировать универсальный спортзал, где будут проводиться тренировки спортсменов, как взрослых, так и деток, по мини-футболу и баскетболу. Уже сейчас мы получили несколько запросов на организацию такого тренировочного процесса и соревновательного процесса. Ресурсы, вложенные в универсиаду, помогут придать импульс не только зимним видам спорта. Город получил новый транспорт, современное благоустройство и обновил старые культовые для горожан объекты. Например, дворец спорта имени Ивана Ярыгина, который после игр ждет еще одно переоборудование. После универсиады все оборудование для кёрлинга перенесут на другие площадки. Ну а сам дворец спорта сможет уже на новом уровне принимать большие соревнования по единоборствам, например, по вольной и греко-римской борьбе. Ну а еще снова вернет себе статус одной из главных концертных площадок Красноярска. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал. Мэр швейцарского города Люцерны и делегация ФСУ посетили одну из красноярских школ для обмена опытом. Она во время студенческих игр поддерживала швейцарских спортсменов. Через 2 года Швейцария тоже организует универсиаду. Поэтому мэр города Люцерн Беат Цюсли и вице-президент ФСУ Беат Хенслер смотрели, как в Красноярске организована школа болельщиков. Напомню, наши школьники к приезду иностранных спортсменов готовились несколько месяцев. Сегодня для иностранцев провели экскурсию, пригласили на мини-турнир по настольному теннису и танцевальный флешмоб. Угостили пирогами, блинами и чаем из самовара. Гости говорят, что уже взяли на заметку некоторые красноярские проекты. В Красноярске увидели очень много понравилось, очень много показалось интересным. В частности, этот момент объединения образования и спорта мы однозначно планируем использовать. В Люцерне система управления отличается от российской. И помимо города, я руковожу департаментом, который в том числе курирует образование. Красноярцы смогут посмотреть церемонию закрытия универсиады в нескольких точках города. Для тех, кому билетов не досталось, запустят онлайн-трансляции. Церемонию покажут на городских площадках, в парке универсиады на БКЗ, театральной площади, у торгового центра Красноярья, в аэропорту, на выходе с Вантового моста и в восточной части острова Татышев. Завершат все праздничным фейерверком, добавлю, телезрители увидят церемонию закрытия на Первом канале и Матч ТВ. Кроме того, прямую трансляцию запустят в сети на официальных страницах зимней универсиады и в социальных сетях. Тем временем красноярским урнам выбрали дресс-код. Теперь они должны соответствовать натуральной цветовой гамме. Новый регламент определяет облик урн только в зоне особого городского значения. Это исторический центр и магистральные улицы. Для остальных участков требования носят рекомендательный характер. О других новостях в двух словах расскажем далее. На праздничных выходных спортсмены Красноярского края заработали еще 7 наград универсиады. В субботу они выиграли сразу 3 золота. 10 марта в воскресенье копилка пополнилась золотой, серебряной и 2 бронзовыми медалями. В неофициальном зачете сборная России удерживает первое место.
В этом году на озеленение Красноярска потратят 50 миллионов рублей. Аукцион уже объявили на сайте госзакупок. В лот входит уход за газонами, цветниками и фигурами вертикального озеленения, а также уборка мусора с тротуаров, чистка мостов, лестниц, пандусов и городских памятников. Кроме привычных берез, лип, елок и сосен, улицу украсят барбарисом и золотистой смородиной. За пополнение транспортных карт через терминалы теперь взимают дополнительную комиссию 1.5% вне зависимости от размера вносимой суммы. В Красноярск-Горавтотрансе рассказали, что это связано с изменением тарифов на проезд. Без комиссии положить деньги можно только в отделениях Почты России на сумму от 350 рублей. В Красноярске на ремонт закрывают все роддома. Куда обращаться роженицам, расскажем через 1.5 минуты. Оставайтесь на 7-м канале. Партнер выпуска – Банк Восточный. Красноярск был основан в 1628 году. Именно тогда дворянин Андрей Дубенский начал постройку острога для обороны от набегов местных племен на месте современного мегаполиса. Эти факты неоспоримы, как и то, что бегущая строка 7-го канала эффективно и выгодно. Работает сразу. Размещаете на 3 дня и получаете 2 в подарок. Подробнее можно узнать на сайте trk7.ru и в пунктах приема объявлений. Вы смотрите новости 7-го канала. Это прямой эфир, и мы продолжаем выпуск. Красноярские роддома закрывают на ремонт, но не все сразу, а по очереди. График плановых работ опубликовал региональный Минздрав. Первый в списке – родильный дом номер 4. Ремонт там начнется в середине мая. Всего заведений 7, полный перечень и сроки работ можете найти на нашем сайте trk7.ru. Акушерские стационары и отделения новорожденных закрывают ежегодно. Это необходимо в том числе для дезинфекции. На время ремонта пациенток направят в другие роддома. Если у женщин нет осложнений и отклонений во время беременности, она может сама выбрать подходящее ей заведение. Долгожданная награда. Российские кёрлингистки завоевали бронзовую медаль на универсиаде. Наша сборная уступила только шведам, они заняли первое место, и спортсменам из Южной Кореи. О том, почему для российского кёрлинга все только начинается и какое наследие останется спортсменам после студенческих игр, расскажет Елена Саткеева. В борьбе за бронзу российская команда буквально выхватила победу у великобританцев. В дирекции ФИСУ говорят, третье место – отличный результат. Ведь для Красноярска и России в целом кёрлинг – спорт практически новый. А команды из Кореи, Швеции, Шотландии, Великобритании и Канады – соперники сильные. Очень много команд хорошего уровня, и вот в том числе на кёрлинге. То есть нельзя сказать, что там кто-то на голову кого-то сильнее. Там прям есть сборные, которые через неделю поедут на чемпионат мира. Посол универсиады, чемпионка Европы по кёрлингу Ольга Жаркова рассказывает, участники универсиады играли не хуже, чем на Олимпиаде. По ее словам, студенческие игры нельзя назвать просто тренировочными. Они развивают интерес к кёрлингу не только у спортсменов, но и у тех, кто пока еще спортом даже не занимается. Этому помогает генеральный спонсор студенческих игр – компания «Норникель». Мы очень благодарны этой компании «Норникель», в первую очередь за спортивную школу, которую они поддерживают по кёрлингу в городе Дудинка. Мы проводим там соревнования, но не просто соревнования, это не просто шоу. У нас там сейчас работает детская школа, и спортсмены участвуют в соревнованиях. В мае прошлого года в Дудинке 10 команд, включая спортсменов из Швейцарии, Канады, Шотландии, Финляндии, Швеции, Чехии и России, поборолись за звание победителей Арктического кубка. Мировой турнир организовала Федерация кёрлинга при поддержке Минспорта России и Норникеля. Развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни – важный элемент социальной политики компании. За 3 года своего существования Арктический кубок стал статусным спортивным событием в мире кёрлинга, завершающим мировой сезон. Между тем, в Министерстве спорта отметили, развитию кёрлинга в Красноярске быть. Оборудование по этому виду спорта, которое купили к универсиаде, останется в Красноярске. Его перенесут из Дворца спорта Ивана Ярыгина в другие спортивные объекты города. Елена Саткеева, Дмитрий Гаврилко, 7-й канал. Теперь информация о погоде. Во вторник, 12 марта, в Красноярске облачно, возможен дождь. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 4 градуса, днем плюс 3.
К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Свои фото и видеотекстовые сообщения присылайте на наш Viber или WhatsApp. Номер телефона 8-391-2-900-333. Ну а еще больше интересных и всегда актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и в социальных сетях 7 канала. В студии для вас работала Юлия Чупрова. Всего вам доброго и до встречи! We'll be right back.